В угольной столице появилась аллея журналистов. Инициатором акции по посадке деревьев стали телеканал «Первый Карагандинский» совместно с акиматом города Караганды. В минувшие выходные представители средств массовой информации взялись за лопаты и высадили 50 молоденьких сосен на бульваре Мира. Хотелось бы отметить, что это аллея журналистов. Для всех журналистов, это не только наша аллея, это для всех журналистов. Каждый из нас посадит здесь деревья. И, надеюсь, мы в будущем будем все ухаживать за этими деревьями. Журналисты не только освещают жизнь города, но и вносят свой вклад. Сменив привычные микрофоны, диктофоны и ручки на лопаты и перчатки, карагандинские акулы и пера принялись озеленять город. В посадке деревьев участвовали все – местные газеты, республиканские, региональные телеканалы, представители пресс-служб. Настроение сегодня отличное, конечно, вообще. Погода суперская, солнца нету, дождя нету, прям тепло. И замечательно про то, что вообще придумали эту идею. Будете как-то ухаживать за своим деревом? Да, мы потому что находимся здесь, в принципе, недалеко. Будем каждый день таскать баклажки и сами поливать деревья. Аллея журналистов существует только в Астане и Актобе. Теперь такой могут гордиться и карагандинские СМИщики. Инициатором открытия зеленого уголка стал телеканал «Первый Карагандинский». Поддержал идею городской акимат. Здесь уже, знаете, появляется ощущение причастности к нашему медиасообществу. Это редкое чувство. Общими усилиями карагандинских журналистов было посажено 50 молоденьких сосен. Значит, Караганда стала еще зеленее и еще красивее.